Ну и показываю вот такую вот. Смотрите, тареляка, мне ее сложно в руках держать. Вы видите? Большая, тяжелая. Вот таких поджаренных вкуснейших кабачков. Игорь уже налил молочка. Сейчас мы это все дело отведаем. А потом продолжим свои дела дальше. Друзья, ну что, па-бам! Около плиты жарко было. Показываю чеснок. Представляете себе такое количество? Ну, если бы он весь вот такой был. Уа. Конечно, это чесночара, а не чеснок. Ух. Не, ну это, конечно, экземпляры красавчики. Тут их немного. 4, 5. И все, да. Тут есть средненький перебрать. Ну, короче говоря, вот это такой урожай чеснока. Ну и вот, конечно, мамочка отложила. Тот, который уже полопался. Тот, который там на консервацию, в первую очередь его использовать нужно. Я решила взвесить. Надо же результат свой запечатлеть. Так, здесь у нас 700 грамм. И тут сейчас пересыплю, где я взяла миску. Так, подвиньте. Миска 313. Весь поместился в миску. 4415 минус 315. 400. И там 700, 4800. Ну, если учитывать, что мы там подкапывали, 5 килограмм точно, ровно. А садила я кило, кило 200, я точно не помню. Короче говоря, в 5 раз больше. Вот мне 1,5 килограмма на посадку надо. Короче говоря, вот на посадку, на консервацию и еще на зиму положить высушенный в бумажный пакет в холодильник мне как раз будет достаточно его. Так что вот такой урожай. На нашу семью мне хватит с головой. Как раз ни много и ни мало. Главное хорошо его высушить, чтобы мне было на хранение осталось. И зимой я не покупала чеснок себе. Ну как это не снять? Какие уже хочет гулять, как он радуется. Кирюша гулять идет. Это же долгожданный момент. Сидеть, Кирюша ждать. Весь вечер, весь день ждет, да? Когда он пойдет сидеть, гулять. Ждать. А, ну вот это и все. Потом там сидеть ждать, а потом все. Потом тянет, да? Когда на поводке, да. А так, когда без поводка идет рядом. Кирюнчик, ты идешь гулять? Ну идем. И даже я иду гулять первый раз за лето. Вот такие бывают дела. Типа мечты сбываются. Правда, я и не мечтала об этих прогулках. Но пройтись надо. С прошлого года я не была в тех местах. Вот эти кабачки, укропчик. Игорь полил их. Можно идти спокойно гулять. А это желтые цветули. Закат, друзья. Красота такая. Прям остановиться бы и полюбоваться. Кстати, когда вот так солнышко уже находится в таком месте, оно так быстро-быстро садится. Кирюша не имется. Друзья, смотрите, у козы какое, какая морда смешная. Козюлечка, я тебя сняла. А это уже что-то другое, просто. Ну вот это мы до сих пор Кирюшу не доведем до поля. Он уже хэкает, терпит наши походеньки. Не спеши, рядом. Ну сейчас уже он как там побегает. Как побегает сильно этот Кирюша. Вот
машин. Кирюша идет гулять. Кирюшка, Кирюшка, давай. Ой, смотри-ка. А, это ему еще нельзя, да, идти? Рядом. А еще папа не отпускает. Рядом. Еще рядом. Видишь, видишь, без поводка идет рядом. Ага. Рядом. Ну да, если бы он везде ж так ходил. Ну. Ну давай уже можно. Можно, вперед. Все, помелся. Конь умелся. Конь молодой, у него резвости столько. А он, бедняга, во дворе тухнет целыми днями. Каждым днем растет подсолнух. Кирюшка, 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 в подсолнухах там. Кирюшка, ко мне. Кирюшка, ко мне. Иди сюда, ко мне, Кирюш. Ты ко мне. Кирюша, слоник. Слоник, Кирюшка. Иди гуляй. Куда ты полез? Блин, Кир, иди на дорожке гуляй. А ему надо здесь, понимаешь? Кирюха, нельзя. Блин, вот зараза. Но он же не ломает. Не ломает. Друзья, он не ломает. А какой красивый подсолнух. Слышишь, посмотри, его как будто садили прямо руками под линеечку. Что? Машина это. Комбайн такое делает. Ну прикинь, как вообще. Если вот там дальше посмотришь, вот там оттуда, ну отсюда плохо видно. Вот так ровная линия идет. Вот так они все один в один. Ну так как Серега говорил, выезжаешь, устанавливаешь маркер, и в салоне у тебя какой-то лазер типа. GPS-навигатор, да. И ты по нему ходишь вперед, назад. Маршрут у тебя. Кирюнь, ой боже, вот это же он это каждый день ждет вечера и уже знает время и начинает, Игорю, скулить, что ну давай, ну время же уже, ну давай быстрее, сейчас стемнеет, ну не гони гулять, идти, давай, что ты еще там телишься, быстрее давай, чтобы так побегать, Кирюшке, а еще здесь может попадаться на раздолье. Падалищный подсолнух, он уже выше, уже и с этим... Угу. А вот на поле виднее. Прошлогодний. Да, 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 да. Ну вот этому месяц. Вот, друзья, видите? Уже с шапочкой желтой. Вот этому, наверное, месяц, это максимум. Уже какие столбы. Ага. Ну уже, наверное, я просто не вижу. Ну, ездили, наверное, пололи. Потому что ты посмотри. Чистое поле. Да. Прополота. Вот интересно, как прополка проходила. Трактор тоже где-то идет, получается, между этими рядьями. Угу. И какая-то у него... Не, а что тут вот, смотри, маленькие? Здесь потому что тень дается им, наверное. Мало солнца, да, ты хочешь сказать? Мало. Короче, солнца. Друзья, поле подсолнуха. А это поле пшеницы. И Кирюша зажигает. Ну, в том сезоне это тоже было, был подсолнух. Был подсолнух, да, тоже здесь, ага. Я помню, гуляла. Смотрите, это... такой прикол. Будем гулять, когда уже будут головки желтые. Вообще будет классно. Ну, тут, наверное, уже так, пшеничку соберут. Что ты делаешь? А здесь будет желтенькое поле. Повыделываться. Выделушечки. Ну, таким образом он чистит себе это. Угу. Подшерсток. Подшерсток. Все, вперед иди. Давай, пошел, побежал, погулял сильно.
Вон, смотри, поехала. Вот, это машина поехала. А ты думал, трактор какой-то, да? Ну, по звуку, да, похоже. Вот такие поля, друзья. Вон еще что-то подсолнечника, поехало. Пшенички. Короче, в селе кайф нажить. Завтра ехать в город, у меня весь день я настраиваюсь, глимое настроение, не хочу я туда ехать. Не хочу. Кирюха, ты будешь скучать завтра без нас, да? Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ты Киришка, ля-ля-ля. Трусит своими ягодицами. Где метется мальчик? Где метется Кирюша, слоник? Ой! Глаза светятся у Кирюши. Давай, иди вперед, блядь. Далеко не уходи только, паренек. Да он идет. Язык, блин, висит. Какая-то это. За поворотом вот там вонючка какая-то, он туда всегда ходит. Нычка вонючая, нычка, да? Да. Все, друзья, всем счастливенько. Сейчас уже темнее, солнышко село, сумерки такие. До новых встреч, до завтра. Всем всего доброго, пока-пока. Стоять. Нельзя далеко уходить. Здесь рядом гулять.